В честь этой даты к мемориалу жертвам фашизма, несмотря на проливной дождь и снег, сегодня пришли сотни жителей города, ветераны, школьники, представители казачества. Почтить память героев вместе с краснодарцами приехали глава Кубани, спикер законодательного собрания, мэр Краснодара и руководитель регионального управления ФСБ. Они возложили к подножью монумента цветы и венки. Вениамин Кондратьев отметил, что жители края, присутствующие на памятном митинге, едины в одном. Все хотят жить мирно и трудиться на родной земле. Я уверен, такая же погода была и 77 лет назад. А может, еще и хуже. И они не просто воевали, наши деды, прадеды, они побеждали, невзирая ни на какую погоду. Да, мы все разные, но едины в одном. Мы все хотим, чтобы над нашими головами было мирное небо. Мы этого все хотим. И они в 1943 году этого тоже хотели. Но только они об этом мечтали. В 1943 году. Мечтали, чтобы закончилась эта проклятая война. Они мечтали вернуться в свой город. Они мечтали пройтись по мирным улицам Краснодара со своими детьми и внуками, растить будущее поколение. Мечтали. Мы сегодня живем за них. Мы живем за тех неродившихся мальчишек и девчонок. Давайте просто будем достойны их памяти. Народа, нашего народа, наших предков, наших дедов, прадедов, их, которые принесли мир всему миру. Победа досталась дорогой ценой. В руинах лежали жилые дома, разрушены предприятия, объекты инфраструктуры. Но самое страшное то, что тысячам жителей не довелось дожить до дня освобождения. Каждый год мы собираемся здесь, чтобы возложить цветы в память о подвиге советского солдата. Мы с благодарностью и скорбью вспоминаем именно всех, кто спас нашу родную Кубань и страну от немецко-фашистских захватчиков. Краснодар был оккупирован немцами с августа 1942 года по февраль 1943. За эти страшные 6 месяцев погибли около 13 тысяч мирных жителей.